Недавно в Кабардино-Балкарии прошли Дни дагестанской культуры. Была предоставлена площадка для выступлений как для наших артистов, так и известных далеко за пределами артистов Дагестана. Программа проходила в здании Государственного музыкального театра. Перед зданием театра была развернута дагестанская ярмарка, где были представлены работы кубачинских, унцукульских, гацатлинских мастеров, а также работы табасаранских ковровщиц. В программе были представлены также музыкальные номера муниципального ансамбля «Гергебиль». Директор Аварского театра Магомед Расулов отметил, что в Кабардино-Балкарии их очень хорошо встретили и уделили этому мероприятию большое внимание, за что они очень благодарны всем, кто принял участие в этом мероприятии. В зале Государственного музыкального театра на музыкально-театрализованном представлении «У очага наших предков» присутствовали министр культуры КБР Мухаддин Кумахов, министр курортов и туризма Ислам Хасанов и многочисленные гости. Как считает руководство театра, подобные проекты под силу и другим театрам. Они могут внести большой вклад в дело популяризации национальных культур народов Дагестана в регионах России. Вся программа была посвящена теме дружбы между Кабардино-Балкарией и Дагестаном. Салам алейкум, дорогие друзья, уважаемые гости Дней Аварской культуры Республики Дагестан в Кабардино-Балкарской Республике. Приветствуем вас на этом памятном для нас с вами мероприятии. Сегодня с программой, посвященной этому событию, перед вами выступает коллектив одного из старейших в регионе театров Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы. Всеми нами любимый Кайсым Кулиев писал: «Мой город, мой Нальчик, горный город мой, всех ближе, всех любимей. Вновь повстречался я с весной под липами твоими. Мой добрый Нальчик, в честь меня, во славу нашей встречи, затеплил ты средь бела дня своих каштанов свечи». Дорогие друзья, наш легендарный Расул Гамзатов, как и его братья по перу Кайсым Кулиев, Алим Кишоков, Алиша Гинцуков и многие другие славные сыны и дочери Кабардино-Балкарии, конечно, был большим и верным патриотом своей земли, страны, гор. Хотим начать нашу программу с легендарной песни Расула Гамзатова «Дагестан». Исполняет коллектив Аварского театра. Oh.
приехали в рамках межкультурного сотрудничества между Кабардино-Балкарской и Республикой Дагестан. Основная цель популяризации, развития аварской культуры, не обособленной аварской культуры, а как одного из подвидов культуры в целом Республики Дагестан. Вы знаете, что Дагестан является уникальным регионом, где проживает более 120 национальностей, и аварцы – это государствообразующая национальность, самая крупная. И представители аварской культуры представлены во всех регионах Российской Федерации. Имена некоторых известны далеко за пределами Российской Федерации, поэтому театральное сообщество, которое сегодня имеет аварцы, аварская национальность, она воплощена в Аварском государственном театре имени Гамзата Садысы, и коллектив решил сегодня попробовать первый выезд в нашу братскую Кабардино-Балкарию с целью показать не только театральное искусство, но и определенном виде искусства, которое имеет отношение к вообще к аварцам. Это народные промыслы, это наши ремесленники, это художники, это музыкальное искусство. И мы привезли с собой одного из уникальных в мире циркового искусства человека, который буквально на днях установил 58 уже рекорд, книгу рекорда Гиннесса, это Омар Ханапиев. Привезли муниципальный танцевальный коллектив из Григебельского района. То есть компактная большая программа, которая в определенном мере покажет, что такое аварская культура, и попробует жителям Нальчика и гостям столицы вашей республики показать, в каком виде, в каком обличии, с каким вкусом можно представить аварскую культуру. Было время, когда меньше было, возможно, транспортных, меньше было коммуникационных. Мы почему-то часто ездили и часто виделись, общались. Сейчас какая-то непонятная граница, которая возникает, то ли суета, то ли какая-то занятость, то ли какие-то определенные причины. Я думаю, что давно пора вернуться к тем добрым старым традициям, по которым жили наши предки. Мы очень часто друг к другу ездили, общались, обменивались гастрольными программами. И сегодня тоже, в принципе, ничего не мешает. Просто нужно иметь хорошее желание и захотеть искренне. И сегодняшний шаг – это первый пробный шаг нашего театра, в рамках которого мы намереваемся дальше продолжить этот тур по регионам Северного Кавказа. Хотим пробудить к этому театре Кабардино-Балкарии, с которым мы дружим. Я думаю, что это только укрепит наши связи, это только обогатит наши культурные взаимодействия. И, наверное, чуть-чуть больше о друге узнаем. А узнавать хорошего, доброго и у кабардинцев, и у балкарцев, и у дагестанцев есть очень много. Стремились все к твоей земле, к необыкновенной чистоте, где звон ручей ласкает слух, озер твоих бездонных звуков. Дорогие друзья, а сейчас для вас песню исполнит артистка театра, заслуженная артистка Республики Дагестан Батимат Гаджиева. Встречайте!
проекты должны у нас дальше, чтобы у нас мы узнавали больше друг о друге. Это единство, это дружба. Такие проекты, такие идеи, они будут сплачивать наши и очищать духовным нравственным. Это самое очень важно. Сегодняшний день мы планируем проводить, организовать совместную выставку со временем Союзом художников Кабардино-Балкарии. Вот. Такая идея у нас есть. Я думаю, мы это будем реализовать. Для этого у нас есть возможности. Наверное, я сегодня увижу с Геннадием Тимирканом, председателем Союза художников Республики Кабардино-Балкария. Будем говорить и сотрудничать. Посуда или украшения, все делается с черепом. Вот, например, вот взять хотя бы этот кинжал. Чтобы изготовить этот кинжал, надо серебро или в отходах, или лом, или то, что мы получаем с завода, переплавить слиток. Этот слиток потом прокатать, из этого листа вырезать вот эту форму, запаять, сделать форму, придать вот эту форму. Потом первая первичная идет работа, это гравировка. До чернения идет гравировка. На ровной пластинке вырезается вот этот черный, вот этот весь узор, орнамент. Потом это все накрывается чернью, запаивается эта чернь. Лишние остатки снимаются, и появляется вот этот черновой узор. После того, как появится этот черновой узор, это изделие полируется. После полировки идет у нас дополнительная гравировка. Вот это все то, что сверху, вот это есть дополнительная гравировка. И как долго изготавливается, допустим, такой кинжал? Вот этот, например, если постоянно только над ним работать, ну, это где-то полмесяца работы минимум. Чисто, чисто работая, чисто только работая над ним. Ну, а нож, это кизлярская работа, хотя мы сами не изготавливаем, сами лезвие.
Лезвие – это кизлярская работа, и амузгинцы. Раньше нас обеспечивали всеми этими лезвиями, амузгинцы – соседние селения, которые специализировались только на клинках. Есть еще одно селение Харбук, которое тоже обеспечивало нас клинками. Вот так, скооперировавшись, вот это все и изготавливали. Я приехал из Дагестана, представляю здесь родовое ремесло, которое испокон веков передается с поколения в поколение. Эта инкрустация мельхиором по дереву зародилась именно в Унцугуле. 250 лет тому назад, и из поколения в поколение передается. Вот ко мне это ремесло перешло от моего дедушки. Я уже дальше передаю своим детям. Аналогов этой инкрустации во всем мире нету. Здесь ценные породы деревьев, вот абрикос, орех, бук, кизил, забиваются смесью серебра, олова, меди, это мельхиор. Шахматы, вазы, фруктовницы, ручки, муштуки для сигарет, обувные ложки. Как долго проходит работа вообще? Ну вот, вчера мы на токарном стаке точим вот такую форму вазу, оставляем и сушим естественным способом в опилках. Там в зависимости 3-4 месяца. Например, вот такая напольная ваза, она сушилась полтора года естественным способом. Потом уже идет инкрустация. Уже на фантазию подбираем орнамент, какой будет везде, орнамент должен сочетаться. И вот начертили уже, и по одной ниточке вот так сидим и чеканим. Очень трудоемкая, но работа, нужно терпение, усидчивость. Ну, я уже 25 лет этим занимаюсь. Это моя работа уже у меня в крови, мне эта работа нравится. Это как хобби и семейный доход.
Нальчики первый раз, мне здесь очень понравилось. Приехал из Дагестана, я являюсь самым гибким юношей России, занесен в книгу рекордов Гиннесса. Вот. Даже заметил такой теплый прием, когда ребята на улице подходили, смотрели, там братья, вот, не знаю, вот как будто нас так и ждали вот все здесь. Я занимаюсь этим с 5 лет. Почему? Потому что стало интересно. У меня двоюродный брат этим занимается, вы знаете, наверное, Мухтар Гусингаджиев. Вот, еще в детстве он отправил видео своей работы. Он работал на тот момент в цирке Дю Солей в Лас-Вегасе, в театре Зуманити. Вот. Я увидел, я как мне был маленький, мне стало очень интересно, как человек может с собой такое вытворять. Вот, ну, встал. Я говорю, я тоже так могу родителям. Ну, мы сидели с семьей, смотрели. Я говорю, я тоже так могу. Вот, и, ну, давай, если сможешь, покажи что-нибудь. Ну, я встал, вот, начал животом вот, покрутил там, и так далее. И вот с этого момента у меня начались тренировки. Конечно, не все сразу получалось, но упорные тренировки дают результат. Дорогие друзья, многие из вас уже успели познакомиться с этим человеком. Магомед Эмин Абдуллаев. Это имя буквально ворвалось на ринги, площадки, подиумы и сцены многих стран еще в юные его годы. Работал в московском цирке Никулина на Цветном бульваре и в санкт-петербургском цирке Чинизели с номером «Искусство владения тела». Человек, занесенный в российскую книгу рекордов Гиннесса как самый гибкий юноша в России. Финалист немецкой «Минуты славы» «Das Supertown» Магомед Эмин Абдуллаев. Встречайте! Yeah.
Мы вот приехали к вам в Нальчик, так скажем, на праздник Дни дагестанской культуры в Кабардино-Балкарии. Я буду исполнять на аварском языке, я сама, естественно, аварка, и на чеченском языке. Вот. И мы привезли к вам обогащенную программу, постарались, чтобы все было как бы, что есть у нас в театре, чтобы постарались, чтобы вот все было схвачено в этой программе, да, так скажем. Отрывки из спектаклей, вокальные номера, квартеты. Вот. Отрывки очень интересные. Я, естественно, ожидаю в первую очередь полный зал зрителей, амбиции, да, так скажем. И, если честно, вот все позитивное, да, такое. Что ожидаю, что людям понравится, хоть, может быть, они и не поймут, так скажем, но по жесту, отрывкам, по эмоциям они вот все поймут. Государственных национальных театров. Заслуженная артистка Дагестана Урижат Абдуллаева и актер театра Ибрагим Муртазалиев представляют вашему вниманию отрывок из нового спектакля нашего театра «Аршин Малалан». Встречайте, друзья, будет очень весело. Сухомореш, ну, Никола, вот он. Вот он, 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 в
тут всегда хидуши. Я тут всегда хидуши, чем я тут хочу. Кто же я выберу? Матарай же их. А в руках тут цепля. Цит себе бить я. Или эй, мон души али. Дуон. Мон. Дуон. Хайе, хайе, вминая шу. Это все малюка. Цепи. Долідоо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 народный промысел Дагестана, в частности, ковры качества. Мой папа занимается производством ковров, у него есть своя фирма, и я вместе с ним езжу вот так на выставки и представляю людям это искусство, знакомлю их с этим искусством. Вот. Увлеклась я этим, когда была маленькая, но дома мама поставила станок, и мне было интересно, она меня научила, и после этого я папе начала помогать, и так ездить с ним.
Нальчик я первый раз приехала, но город я еще не видела. Завтра должна быть экскурсия. А так я смотрю, он очень красивый город. Столько деревьев, огромные площади, музеи. Здесь очень красиво. Yeah.
театра Потибат Исаева. Мне ль тебе, Дагестан мой, былинный, не молиться? Тебя ль не любить? Мне ль в станице твоей журавлиной отколовшейся птицей быть? Друзья, мы с Рамазаном ведем сегодняшнюю программу и стараемся донести до вас настроение и волнение всех, кто выходит на эту сцену сегодня. Но вместе с тем хотим внести, если вы, конечно, позволите, еще одну небольшую совместную лепту. Вы не против? В этом году наш театр праздновал 70 лет, а театр за это время никогда за пределами республики не бывало. Но азербайджане ездили, грозные ездили. Но это было очень давно. При мне это случилось вот здесь, в Нальчике. Я тоже здесь первый раз, вообще в Нальчике я первый раз. Город мне очень понравился, очень зеленый город. Люди очень добродушные, приветливые, интересные, настоящие горцы, настоящие кабардинцы, балкарцы. Вот с целью, какой целью мы приехали? Ну, это целью дружбы, чтобы объединились народы. Сейчас это как никогда очень важно, когда каждый в своем домике живет, это уже не жизнь. Надо знать, чем живут другие народы. Наши кавказские.
И раз мы на Кавказе, мы должны дружить, это обязательно дружить. Всем народам что нужен? Мир, благополучие, здоровье, чтобы нация была здоровой, чтобы люди были культурные, цивилизованные, чтобы они соблюдали свои обычаи. Ну, некоторые их давно забыли, и у нас забыли свои обычаи. Это надо восстанавливать, надо сохранять язык, надо сохранять одежду, быть, культуру. Вот для этого существует наш театр. И мы стараемся свою миссию выполнять таким образом. Дорогие гости сегодняшнего вечера, вот уже много лет постановка по пьесе Зайырбека Алиханова «Ализгор» является одной из самых популярных и востребованных в репертуаре Аварского театра. Этот спектакль заслуженно входит в золотой репертуарный фонд театра. Представляем вашему вниманию отрывок из полюбившегося всеми спектакля «Ализгор». Исполняет труппа Аварского театра. Встречайте! Так, это шоу! Ну, если шаг, шаг, шаг,
И помог в организации этого, думаем, доброго и теплого мероприятия, основным итогом которого является наша встреча и узы дружбы на многие годы. Спасибо за внимание, друзья!